это сила и власть. Уже сказав это, первый греческий трагик, фактически еще не вышедший из лона мифа, сказал, что власть – это не сила. Когда человек хулиганит в зале, и вы приказываете охранникам его вывести, вы применяете силу, но это не значит, что вы власть. Власть – когда вы тихим голосом говорите «выйди», и он выйдет. Власть, в принципе, для Гегеля, его последователей, да и вообще как бы для достаточно широкого круга философов, делится на четыре типа. Поэтому всякие апелляции к рабовладельческому и более ранним обществам, так сказать, ну, они недостаточно корректны. Это власть закона, власть судьи, это власть отца или власть Бога, это власть проекта или власть вождя, или власть господина над рабом. При этом господин доказывает рабу, что он является властью одним способом. Раб боится умереть, а господин нет. Вот когда господин показывает, что он не боится умереть рабу, раб становится рабом. Это Гегель.